Добрый день, это мужские джинсы, Бельгия, у них первый сорт, экстра, все вместе, тут даже новые попадаются. Что их объединяет, это то, что они все мужские и больше годятся для работы. Себестоимость у них получается 300 рублей, более подробная информация, нажав на название, вы ее увидите. Итак, True Illusion. Это, кстати, популярный бренд на болтах американский. Рост у них не меньше, чем 34, это точно. Так, дальше. Esprit. Размер непонятен, но мне кажется, что это Элька. Esprit. А, во! Смотрите, 30 размер и рост не меньше 32-го. Esprit, здесь сейчас уже нету размера, получается, что 32-34. В 52-й джинсы, у них тут есть ваничи, какие-то ваничи, да? Ваничи, да. Вот смотрите, это чисто рабочие джинсы. У них здесь есть наколенники. То есть, вот смотрите, есть липучка, есть замок, который отстегивается, и их можно достать. Плотные наколенники. То есть, мне кажется, что это джинсы для работы. Вот, видите, такие резиновые. Если кто-то на стройке работает, то будет удобно. По размеру они 52, рост 34. Том Тейлор. 31-32. Они не укорочены. 32, ростовка 30. Так, 40. На замках, замки рабочие, Касабланка. Такое ощущение, что вот они женские, что они стрэч, написано 42 размер, европейский. 32 размер, 32 рост. Так, здесь у нас Мави. Это тоже стрейч на болтах, рост 30, размер 30. Джек Джонс. Отрезана бирка. Но я вот, знаете, думаю, рост точно 32, нисколько не ниже. А размер, наверное, тоже 32, ну, либо 30. Blend of America, 33 ростовка, 32-й. Размер Blend of America. Браксы. Замок рабочий на замке. Немножко стрейч. 32 ростовка, 32 размер. 44. Комплижес. Так, они получаются европейский, 44 размер. Ростовка высокая, 36-й, наверное. Так, здесь тоже ростовка 36, а размер, скорее всего, 32. Вторая часть лота. Вот отрезано, это точно 30 рост, 30 размер. Это Ли Купер на замке, замок в рабочем состоянии. По размеру, не знаю, непонятно, 34 скорее всего, 32 ростовка. Это явно большие на замке, замок в рабочем состоянии. Да, 38 размер, 34 рост, облегченная модель. Мэксы, 38 размер, 34 рост. На замке замок в рабочем состоянии, обрезанные под 30 рост. Эти на болтах.
32 размер, обрезаны по 30 рост. Эти Джек Джонсы 36-36. Так, они на болтах. Эти на замке, замок в рабочем состоянии. Немножко облегченный, это Богнер. По размеру непонятно, но я думаю 34 и 32 рост. Ну, внешне, по крайней мере. 30 и 34 рост на болтах. С напылением. 30, наверное, да, Текса. 32, наверное. А вот рост маленький. Либо они на, как сейчас, вот укороченный вариант джинсов, молодежный. Эти на болтах. 34-36. Эти джинсы 34-34 на замке, замок в рабочем состоянии. Вранглеры. Так, здесь резинка комфорт, они облегченные, явно. Так, сколько у них? Ну, наверное, 34, но рост 30. Они обрезаны по 30 рост. 29 размер. H&M. 38 размер. Наверное, это женский, раз 1.38. Вот это вот мужские. Прям рабочие-рабочие. Джинса очень плотные. 36. А, они еще и новые. Так, здесь непонятно по размеру. Они на болтах, но размер 36. Рост, наверное, 30. 38, 38, 30, 30, это 30, а рост 36. Рост 34, а размер 32 на болтах. Они испорчены неправильной стиркой, это Томми Хилфигер. Вот, но неправильно их постирали в слишком горячей воде, поэтому получился вот такой вот эффект. Но я думаю, что на работу они хорошо подойдут. Это вообще лот, я бы сказала, что для работы на болтах 40 размер. Ну, рост точно 32, не меньше, может больше. Здесь 36 и 34 ростовка на болтах. Итак, это были джинсы мужские Бельгия по суперкомфортной цене. Подробная информация, нажав на название. Спасибо.